два Твистера Джуниор по цене одного. Только в эту среду в KFC. Купон 5050. BQ представляет смартфон BQ Magic. Новейший 8-ядерный процессор. Мощная батарея 4000 мАч. Яркий безрамочный экран. Бесконтактные платежи. BQ Magic. Создан, чтобы впечатлять. Всего за 7990. Боль может возникнуть в любой момент. Боль в спине, зубная боль или головная. Попробуйте Нурофен с оптимальной разовой дозой активного вещества для направленного действия против различных видов боли. Нурофен. Каждый день в борьбе с болью. Как мы обычно выбираем докторскую? Слепую или по желтому ценнику? Давайте доверимся ощущениям. Черкиза? Огонь! Она. Угу. Та самая докторская. Слепые тесты показали, что Черкизово докторская. Та самая докторская. В новом удобном формате 500 граммов. В магазинах вашего города. Московский финансово-юридический университет МФЮА. Качество образования. Качество жизни. Овощи из разных стран закуплю в свой ресторан. Рыба, фрукты, сыр и мясо. Все деликатесы разом. Очень просто соберу, как по нотам. Все меню, все меню, все меню. Покупаем, продаем, мы всегда вас в гости ждем. Решили бросить курить? Табекс – отличный способ курить бросить. Не содержит никотин. Всего одна упаковка на курс. Табекс – выбор специалистов. 100% говядина, приготовленная на настоящем огне. Вот он, легендарный Воппер. Сочетая его с наггетсами, капучино и другими бургерами в акции 2 за 200 в Бургер Кинг. Силит Бэнг – гель для туалета. Благодаря мощной формуле гель эффективно устраняет известковый налет и сложные загрязнения. Чистый туалет всего через одну минуту. Силит Бэнг отдрайвит все. Не просто стул, не просто стол, не просто кресло. Это Braddox Home. Стильное решение для жизни. Не любовь, а голуби. Птицы достали москвичей, кто их в центре столицы разводит. Остановите! Арендаторы каршеринга бессильны против эвакуации. Машины забирают на штрафстоянку вне зависимости, рядом водитель или нет. Сверкая пятками, москвичи снимают ботинки и гуляют по городу. Зачем они это делают? Кристина Курума расскажет, куда босиком не пускают этим вечером. Подробная афиша мероприятий в выпуске. Как не попасться на удочку производителей рыбных консерв? Что внутри банки, братья Эйфос расскажут. Доброе утро всем. 9 часов уже в столице. Москва 24 и парк Зарядье говорят вам здравствуйте. Теперь мы работаем в нашей летней открытой студии. Встречаем новый день здесь. Надеюсь, вам нравится. Но виды у нас потрясающие, как вы видите. И прохладно, кстати, стало. Я плавно перехожу к погоде. В Москве хоть и потеплело,
я говорю о температуре, градусах, плюс 15 сейчас, днем обещают даже до плюс 20, но ветер усиливается и, знаете, сгущаются тучи. Мы в режиме реального времени сейчас можем за этим наблюдать здесь, на улице. Сегодня будет гроза, поэтому прихватите с собой зонт. Кстати, уже есть предварительные долгосрочные прогнозы от метеорологов на август, каким дальше будет лето. Об этом Митя Казачинский расскажет на 20-й минуте часа. А мы давайте поговорим о заметных событиях этого дня. Во-первых, что там с Грузией? Депутаты из этой прекрасной солнечной страны едут в Москву.